А Евгений Сергеевич практически сегодня был в Финляндии. Финляндия на территории Санкт-Петербурга. Это рынок Юнона. На этом прекрасном рынке, ярмарке Юноне я приобрел в первую очередь свой любимый кофе. Кофе для гейзерной кофеварки. Вот он, четверочка. Обалденный. Просто песня, просто сказка. Далее. Я приобрел свой любимый финский Head & Shoulders со вкусом яблока, запахом яблока, со вкусом. Кто же ест в наше время шампунь? А может быть, кто-то и ест из детей. И вот этот шампунь взял попробовать, не знаю, с чем-то там сказали мне, я забыл. Не могу сказать, с чем это, вот с этим. Видите, да? Далее. Взял дезодорант шариковый финский. Очень вкусно пахнет. Мама попросила. Далее. Взял вот такой пакет приправ финских для всего. Для всего. Буду пробовать, тестировать. Рассказывать вам в отдельном видео, когда буду готовить. Что же это за приправы и чем они отличаются от наших российских, кавказских приправ. Далее взял на пробу первый раз лук, вот такой прижаренный лучок, тоже куда-то добавляется, ну я решил попробовать. Далее взял свой любимый острый соус, острый чили соус, вот в такой стеклянной бутылочке. И вот эта вся покупочка у меня обошлась, как вы думаете, на сколько по цене? 2850 рублей. Я говорю, ну ладно, давайте до 3 округлять. И мне за 150 рублей дали еще вот такую шоколадку. Вот такие вот дела, ребятушки. Вот такая вот Финляндия в Питере. Все еще товары возят. Все провозится, перевозится, продается. В Санкт-Петербурге можно все приобрести. Вот такие товары я беру. Всем хорошего дня, отличного настроения. Держим связь.